Христианин, при всей его загруженности, должен всегда находить время для личного чтения Слова Божия и молитвы. Только во Христе мы можем молиться и быть услышанными. Изучай Библию ежедневно в сопровождении молитвы. Молитва – источник жизни христианина. Молитва есть врачество от печали и уныния. Линия молитвенного телефона на небо никогда не занята. Сила молитвы в единстве с Богом. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Молитва есть необходимый фактор в действиях Божьих. Бог желает действовать через молитву. Молитва – наилучший способ для сбережения времени, известный человеку. От молитвы, даже продолжительной, не бывает никакой пользы, если молящийся остается во грехах. Ничто так не способствует преуспеванию в молитве, как совесть, удовлетворенная Богу угодной деятельностью.